Кот. Друзья, привет всем! Сегодня будем проверять вяленую рыбу. Сейчас в руках у меня вяленая голова сапы. Мне многие писали, что вяленая рыба привлекает просто кучу раков. И также некоторые рыбы ведутся на запах вяленой рыбы. Ну что ж, сегодня это проверим и посмотрим, что будет происходить под водой. Сегодня будем проверять реакцию рыбы и раков на двух речках. Это речка первая без течения. Глубина примерно около 2 метров. Через буквально 8 минут приползает первый рак, который с удовольствием начинает поедать вяленую рыбу. Вы только посмотрите, с каким усердием, старанием рак пытается оторвать кусочек мяса, дабы наесться. На скорости видно, как рак поедает с удовольствием мясо рыбы. Раку действительно это мясо очень нравится. Следом приползает еще один рак, который ползет сквозь все препятствия, проползает под палочками, веточками, листьями и ползет в сторону пищи. Второй рак тоже накидывается на вяленую голову сапы, и тем самым раки поедают вдвоем и даже не ругаются. Следом приползает еще один рак, очень маленький, глупый. Еле-еле вскарабкивается на голову, чтобы отведать свежего вяленого мяса рыбы. Но тут ползет еще один конкурент. Но сегодня раки достаточно добрые и совсем не ругаются. Еды хватит на всех. И опять два рака поедают одну голову. А потом приплыл ротан, яркий, красивый, с золотистым оттенком. Но ротана вяленая рыба совсем не интересует. Он занимается своими делами, мирно плавает и ждет свой момент и ищет себе пропитание. Итак, друзья, вторая речка, погрузились на 2 метра, но это речка с течением. Первым приплывает окунь. Окунь приплыл на вяленую рыбу и, как видите, пытается оторвать кусочек мяса. Да-да, действительно, окуню тоже нравится вяленая рыба. Следом приплывают бычки и словно пираньи начинают раздирать вяленую рыбу. В
бычки словно очередью выстраиваются, чтобы отрывать кусок за куском. Да, у бычков сегодня действительно праздник. Они радуются, как маленькие дети. И снова подплывает окунь пробовать мясо. Мясо вяленой рыбы. Судя по подводным съемкам, рыбы просто в восторге от вяленой рыбы. Они отрывают кусочек за кусочком. Окунь, бычок, смотрите, и даже густерка подплыла, чтобы попробовать кусочек вяленой сапы. Друзья, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи и до новых встреч!